Йолопуке! Йолопуке! Лиса ел йолопуке! Йолух попуканный! Сегодня в белом танце кружимся! Наверное, мы с тобой подружимся! А утром навсегда расстанемся! И без мозгов останемся! О, не останемся! Ух ты, ножка на ножку дал. Ножка на ножку дал. Ну ты чё, насрал? Ха-ха-хай! Насрал! Ты лысый, который насрал? Это ты насрал? Это лысый. Это лысая чепурёмуха. Лысая черёмуха. Лысая барёбуха. Всё, короче, ты меня надоел. Я тебя спускаю в парашную парашамёт. На! Вот ногой вступил, ты ногой вступил в парашу, я видел, я все видел. Все, ой-ой-ой, вот это падение было, двумя ногами и головой прямо в кафель. И вот черт приезжий, черт не местный, приезжий черт. Вот чертила приезжая, смотри, как папа в детстве тебя подбрасываю, только не ловлю. Ё-моё, а я думаю, что ты тупой растешь, а я ж тебя ж ловить нужно было все время. А ты смотри, а ты вот так вот... Падаешь лбом прямо в пол. Да, конечно, слышишь, ты тупой будешь. Лысый ты... Лысый, ты чё холодильник держишь, смотри, держит холодильник, чтобы я ему соску дал. Брателло, ты чё абортубил, абордебал, абордабил, кракозябл, зяблыч, кракозяблик, лысый, лысая черёмуха. Смотри, как жрать захотела лысая чепуха. Ой, чехарда, ой, шкурда-морда, ух и шморда, ух и шмурдяк. На тебе твой шмурдяк, на, да чё ты ухом в со... Ухом в соску! Ты, брателло, я... Ха-ха, чё ты пад... Чё ты с ракой на тостерсе? Смотрите, так это ты на яйца напердел? Вот, смотри, я думаю, чё яйца тухляком воняют? Смотри, даже мама обычно всегда два яйца себе жарит утром. Ты напердел на яйца, они стали тухлые. Даже мама одно съела, одно вон в мусорку выбросила, брателло. Так негоже. И ещё у меня к тебе вопрос. Почему у тебя, лысого подлёныша, подмышки черные, посмотрите, у него подмышками черные, вот, видишь, вот, на, ты что, из подмышки хочешь, на сосочку, на, вот так, вот так, бутылку лежи, ой, как алкаш на вокзале лежит, и под ним бутылка, смотри, рот только открывает, в трусах, у памперсах, на бздел, значит, на яйца, яйца тухляком отдают, смотри, лежит ровненько, как робот лежит, смотри, и яйца тухлые, в этом доме все тухлое из-за твоего пердежа, брателло, это негоже. Ладно, на свое пердячее, козлячее молоко, что не хочешь уже, что ты рукой отталкиваешь? На молоко свое козиное, козячее, бродячее, это молоко бродило еще два года назад, я его в холодильник поставил, чтобы оно заморозилось хоть чуть-чуть, а то вообще сдох бы. Смотри, во, теперь тухляком вот сюда хреначишь снова на яйца, брателло, у тебя какая-то непереносимость яиц, почему ты всегда какаешь на вот эти яйца, бздишь? Вот я, например, не представляю, как, будучи адекватным человеком, можно взять тост, вот так, хлебушек засунуть в этот тост возле такого персонажа, который пердит. Вот, смотри, вот я не понимаю, даже вот несмотря на то, если бы даже жопу твою не тронул бы этим тостом, я бы вот сюда Слышишь, я вообще кому рассказываю? Смотри, лежит, значит, руку скинул, вот ручку, блин. Брата, чё тебе нет? Смотри, какой... Чё такое? Чё ты хочешь? Чё ты хочешь? На, тост будешь? Брателло, а, стыдно стало. Спрятался за хлеб, стыдно стало, да, брателло? Вот, тут нормальному человеку существовать абсолютно невозможно. Вот, я захожу на кухню, значит, смотрите. Мало того, что пустая духовка, все сожрала, эта крыса лысая, все сожрала, все поподбирала. Хлебушек, конечно, мы оставили, хлебушек нам не пошел. Сладости мы все скушали, и, как обычно, это свойственно маленьким детям, конечно же, мы не скушали помидорчики, там огурчики, не скушали вот этот вот хлебушек, который не можно вставить из-за твоего бзячьего пара. Мы не скушали... О, упал! О, с ракой хоть куда-то упал. Ну ты попугай лысый. Смотрите. И вот получается сладости все посъедала. Лань лысая. Вот, ничего нету. Смотри, о, абсолютно пусто все в этом доме. Боже, какой кошмар. Во, одни черпаки. Смотри. И как можно в этом доме что-то готовить? На, брателло, и теперь тебя с ракой в тост туда. А что ты? С
Сракай на тост сел, смотри, тебя даже тостер не хочет принимать, брателла, тебя в садике категорически не примут. Ты тебя даже тост не принимает, посмотри, как ты дымишь, брателла, ты загоришься сейчас. Ха-ха-ха, я тебе отвечаю, ну да, сел так, вроде у тебя проблемы. А что ты яйца сел чистить? Яйца сел чистить, брателла, так они ж сырые. А, они сварились, да? Под напором твоего чада из жопы эти яички уже сварились. Ну тогда почисть яичко, брателла. Ну-ка сейчас проверь. Не сварились, брателла. Не-не-не, не сварились. Все, чисть-чисть. Да смотри, как было, так и осталось 5 штук. Че ты боишься? Во, 5 штук. Считать еще не умеешь до 5? Смотри. Да не плачь, я тебе взамен принесу хлебушка. На, хлебушка. 5 яичек и 1 кусочек хлебушка тебе. Брателла, ты как... Че ты как в индийских... Брателла, че ты как в индийском фильме? Между глаз... А ну-ка... О! Арабская ночь, убери руки прочь, убери этот хлеб, не хочу я его есть, потому что я дебил лысый, свари меня лучше в этой, приготовь меня как крысу позорную в этой духовке. Полетела муха, тарата-та-тарата, и полетела лысая цикатуха, тарата-та-тарата, и в парашу упала, тарата-тарата-тарата, головой чуть не... Такого я еще не видел, брателла. Вот это мы отдыхаем. Брат, ты отвечай, ты настоящий нормальный чел. Ты тупо нормальный ровный чувак. Смотри, вот такой стойки я еще не видел. Я даже когда физру прогуливал, меня даже потом такое не заставляли делать, чтобы мне хоть тройку поставили по физре. Посмотри, это какое-то уже не знаю. Я не могу слово подобрать. Это ласточка задом наоборот. Как это называется? Это какой-то жлоб наоборот. Это как вообще? Ты еще головой умеешь крутить? Во парящий, животворящий. Я мама, я захожу такая домой. Дети, привет, я дома, вы где? И сразу бегу на парашу после насыщенного рабочего дня. Захожу вот так в туалет. Опа! Ма, привет, да я здесь решил посрать, стоя на руках, ты не против? Забери меня скорее, потому что скользкие варежки, я сейчас головой сольюсь вот так в парашу, в трубу, я сейчас своей лысиной пробью все говно, которое десятилетиями застряло у нас в трубах. Поэтому, ма, забери меня, пожалуйста. Посмотри, у меня еще реактивный двигатель вот установлен сзади в памперсах. Он будет мне поддавать скорость, я со скоростью света вычищу весь дом, прочищу. Ой, ушел! За премией полетел! Ой-ой-ой! На! Опять башкой! Как в рейслинге! Тупо башкой впечатался просто прогибом возле батареи. Брателла, я-то думаю, что ты тупой? Ты такой тупой, что скоро умнеть начнешь, братуха. В этом есть какой-то плюс. Смотри, но, возможно, я был неправ только в одном. Это в том, что я вот игрался с тобой вот этой машине. Смотри, я когда тебя вот сюда садил, ты раньше был не против. А сейчас ты смотри, как ты бодаешься. Башка не влазит? О, башка лысая, башка. Смотри, смотри, глаза с орбит вылазят, но башкой не-не-не-не-не-не-не-не. Вот, сел утенок, утенок жареный, утенок вареный, утенок тоже хочет срать. Гони монету, гони конфету. Ну смотрите, он одним движением всегда вылазит из этой машины, сракой вперед, смотрите, жопой. Видели? Но это просто уникальный молодой человек. Такого брата ни у кого никогда не будет. Посмотрите. Это просто ходячая проблема. Реально. Но зато смешная. Мне нравится. Смотри. А соседям не хочет соседям. Алло. Тук-тук-тук-тук. Тетя Наташа. Заберите этого лысого хламона себе. Этого пса бродячего. Эту собаку позорную. Заберите, пожалуйста. Он дома сожрал все пирожки. Он сожрал все конфеты. Он даже котлету сожрал одну, которая осталась. Он яйца чистил сырые. Он думал, яйца вареные, а они оказались сырые. Он их чистил своими пальчиками, потом об лоб себе разбил 3 яйца. Мамка будет кричать, посмотрите, он весь в желтом и в зеленом. Заберите его, у него плесень, в сраке сыр. Фу! Брателла, все, садись смотреть телевизор, смотри. Вот, твой любимый канал. Куда ты смотришь? Там твой любимый канал? В смысле? Ты смотришь туда? Как это, брателла, объясни? Брателла, думал ты... А зачем тебе мамка включает мультики уже 2 года, брателла? Тебе уже 2 годика. Ты смотришь телевизор для дебилов, смотри. Поэтому телевизор... Вот ничего не... Черт, я не знаю, что ты там улицезрел. О, а ну-ка, будем учиться ходить. Сейчас мамка придет, а я тебя научил ходить. Вот это будет фурор. Ну-ка, стоим.
О, стоит, стоит, смотри, как алкаш шатается. Во-во-во, стой, 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 смотри, хорош. Брателло, тебя можно уже забирать на огород картошку садить. Смотри, ты уже позу умеешь принимать, уже тебе только ведро повесить вот на спину. И будешь ходить картошку садить, я ее буду ее продавать и покупать себе чипсы и сухарики на эти деньги, брателло. Какой мальчик, хороший мальчик, хочет пеленаться. Отнесите мальчика на пеленательный ствол. Возьмите подгузничек, возьмем подгузничек. В смысле? Ах ты чертополох старый, ах ты лысая анаконда, ах ты варан лысый, ах ты слоненок лысый, ах ты носорог лысый. Ты посмотри какой, видишь как улицезрел подленыш, смотри на, о, улыбочка. Слышишь, не особо ты улыбаешься, какой-то ты чертополох. Уложите малыша, пошли, я тебя уложу, я тебя вот здесь на вот этом ковре по тэквондо уложу, смотри, на. Видел, через плечо, через бедро как уложил. Через бедро по тэквондо уложил, слышишь? А он хочется спать ему. Хорошо, базара ноль, я тебя сейчас уложу. Я тебя уложу спать, уложу вот так. На! Уважаемые дамы и господа, смотрите, пока он этот гусь лысый спит, я вам предлагаю поставить не обязательно лайк на это видео, написать любой комментарий. И, друзья, просто ждем следующую серию, пока не приехала мамка и не дала нам люлей.